Ну все тогда. Опа. О, нормально. Да, я на месте. Так, чехол, чехол, сними, пожалуйста, с камеры. Давай пока посмотри, там вообще вход есть, залезем, а там навалим. Охренеть! Здравствуйте, дорогие друзья! В 2019 году, во время одной из экспедиций, мы нашли заброшенный завод. И в нижнем этаже одного из цехов нами была обнаружена довольно необычная установка, о которой и пойдет речь в этом фильме. Про весь этот промышленный комплекс уже был обзорный фильм, ссылка на него будет в описании. А сегодня будет рассказ про то, как мы пытались откопать этот агрегат, что у нас из этого получилось и что же это все-таки такое. Нашли этот механизм мы еще в апреле 2019 года, но приехали основательно изучать его только летом того же года, так как условия требовали соответствующего оборудования. В этот раз мы взяли с собой лестницу, генератор, свет и самые разные инструменты. Так, ребят, вот так вот мы подготовились. Вот тут Джон Коннор ест яблочко. Надо же перекусить немного перед тем, как сегодня перетаскивать в эту бывшую фабрику. О, мам дорогая. Готовимся. Помимо представителей канала «Неофициальная история», были также Евгений, канал «Разгадки истории», Юрий, канал «История Пи» и Джон Коннор. На канале «Разгадки истории» также вышел фильм об этом агрегате. Не забудьте посмотреть версию Евгения. Ваши впечатления? Очень интересное здание. Так. Просто. Достойно внимания? Да, достойно. Задача, которую мы перед собой поставили, заключалась в том, чтобы выяснить назначение этого агрегата и принцип его действия. А для этого, соответственно, необходимо было по возможности его раскопать и как-то заглянуть внутрь. Хочу сразу опередить комментаторов, которые, увидев камни в стене, начнут писать комментарии, что это подвал. Друзья, посмотрите сначала первую часть, в ней как раз разбирается, что это за камни такие. Раскопать все подземелье в этот раз задача не стояла, так как это очень огромный объем работ, а учитывая, что там не просто земля, а кирпичи и камни разных размеров, вперемешку с плотным сырым грунтом, то это не только тяжело физически, но еще и очень долго по времени. Так как мы нагружали лопатами грунт в ведро и поднимали ведро на веревке вверх, из-за узкого прохода нагружать ядро может только один человек, что приравнивает скорость всей работы к скорости того, кто нагружает ведро. У нас было разделение труда. Двое откапывали механизм, один нагружал ведра, один поднимал, один оттаскивал. Через какое-то время менялись. В зависимости от ситуации, один человек мог копать и нагружать, или поднимать и оттаскивать. Процесс этот очень долгий и рутинный, мы его даже не снимали, так как все были заняты. И, собственно, ничего в нем интересного нет. Зато по мере откапывания стали открываться интересные моменты. Мусор, а затем грунт из бочки, будем условно называть этот механизм так, мы выгребли еще в первый свой приезд. И тогда мы решили, что по центру это вал, а пять колес вокруг него шкивы, которые соединялись ременной передачей. Однако, раскопав глубже, мы получили первое открытие. Вокруг каждого колеса находилось белое вещество, чем-то напоминающее каучук или белую резину. Шпилька выкрутилась. О, ну-ка, вот шпилька, интересно. Погоди, она, ну-ка, это истончение от ржавчины? Или там резьба была с ржавчиной, или это она так и сделана? Ага, это резьба там съеденная. А поверни ее на меня с другой стороны, не сломил. А, ты ее сорвал, видишь? Угу. Ты ее просто сорвал. То, что это каучок, стало понятно позже, когда мы сняли первое колесо. И здесь нас ждало второе открытие. То, что мы изначально считали шкивом, на самом деле оказалось именно колесом вогнутой формы, которое просто удерживало это резиновое изделие. Резина, ну или каучок, очень старая и от возраста уже потрескалась и рассыпается прямо в руках. Интересно, что это? Какие вообще могут быть версии? Что это за агрегат такой? А это нифига ни разу не шкив. Это вон вообще чё. Просто тарелка какая-то. Тарелка. Из желтого металла. И нет ни одного клейма. Если бы это была советская,
на шкив, ну не шкив, точнее, это оказывается, я думал, это шкив, а это нифига не шкивы, это клапан. И нету ни одного этого самого эмблемы. Или там знака УТК, ГОСТ, даты выпуска. Которую мы думаем, что это резина, которая толстая. О! Снизу переливалась сюда. Да, это какая-то что типа резины, каучук. Из одуванчиков, наверное, делали. Вообще охренеть. Ну, это резина, да? Ну, похоже, она вот мягкая. Она вот мягкая. Но она уже от возраста, она вон трескается, ломается. Конструктивно это колесо крепилось на специальной крышке, которая, в свою очередь, крепилась к корпусу бочки гайками. Тут нужно заметить, что многие гайки были на одну резьбу, но под разные ключи. То есть при ремонте использовали все подряд, что попалось под руку. Гайки прикипели настолько, что даже залив их керосином, погрев газовой горелкой и обстучав молотком, они откручивались большим трудом. Несколько гаек получилось открутить только с помощью лебедки. Некоторые гайки открутить так и не получилось. Тогда их срезали болгаркой или срубали зубилом. Да, знаю, жалко, но в данном случае выбора не было. Да, это прямо вечный двигатель из прошлого. Чуть-чуть посвети сюда. Так, давай посмотрим поглубже внутрь. Значит, наша задача его откопать и, возможно, отрезать от него кусочек. Как вам такая затея, друзья? Да, Джон Коннор хочет распилить древний артефакт. Но не для уничтожения. А для исследования. А для исследования. Мы ничего не уничтожаем. Да, будь осторожен, там чужие, кстати говоря, ходят. Ни один отрезанный кусок металла не был выброшен. Мы их все сдали на анализ. Более того, мы заранее предполагали срезать небольшой кусочек корпуса и вала для анализа. Собственно, для этого и взяли с собой болгарку. По результатам всех анализов будет отдельный фильм. Сейчас же лишь скажу, что современные сверла не брали эти гайки. Сверла гнулись и ломались, а гайки легко раскалывались при ударе, так как они очень хрупкие. Также состав металла очень необычный, такого в наше время не делают. Итак, спустя какое-то время мы открутили все колеса, и тогда у нас появилась другая версия того, что это может быть. Друзья, если вы уже догадались, что это такое, то пишите в комментариях. Открутив все гайки на колесах и решетке, мы попытались снять решетку. Однако сделать это оказалось сложнее, чем мы предполагали. Решетка шаталась, но не поддалась. Мы ее раскачивали ломом, цепляли лебедкой и даже поднимали гидравлическим домкратом. При этом сорвало несколько струбцин, сломалась китайская лебедка, но крышка так и не поддалась ни на миллиметр. И наверху у нас выходит вон туда. Вот так. И сейчас попробуем поднять всю эту конструкцию. Опа! Идет сложная операция по подъему крышки. Уже домкратами, всеми делами снимаем это. Попробуем вытащить. Туда вот наверх уходит лебедка, там цепь. Что, погнали? Все же не лезь, она сейчас соскользнет. Я не лезу, я смотрю, она цепляется там или нет. Гнется лом. И лом гнется, и труба гнется. Да. И кирпичи вдавливаются в землю. Крышка. Интересно, какое же надо? Крышка скрипит. Ага. Сейчас, стоп, стоп, тормозни, я, да, я сниму, что внизу происходит. Здесь сейчас упадет. Ну, попробуй чуть-чуть. Подымай. А можно, знаешь как, погоди. Ничего не происходит, на самом деле, с крышкой. Да, мне кажется, она могла, знаешь, что еще, диффундировать. А-а-а. Просто вот на молекулярном уровне сцепиться. Ты понимаешь, мы ее ломом так дергаем, она качается, ее видно. Она трясется. Ну, а может где-нибудь прикручена еще снизу. Да вроде уже не видно. Не знаете. Ну лом погнули, конечно, знатно. Шатаю.
Так, хотели снять вот этот агрегат, но в общем он не снимается, потому что мы думали, что он где-то вот здесь вот, где болты идет, ну, держится за счет болтов, за счет их шпилек, но оказалось, что он держится за вал. Сейчас покажу, что происходит. Вот Вадим шатает эту крышку, она вся шатается, но не снимается. В общем, прилагали довольно приличные усилия, погнули два лома, да. Откопать бочку полностью также не получилось, так как внизу мы докопались до металлического основания, к которому она прикручена. Причем это основание занимает всю ширину прохода. Однако в одном месте есть явное круглое отверстие размером с человека, ведущее еще ниже. И это отверстие засыпано черным грунтом уже без кирпичей. Интересно, что же там внизу? Копал, там земля, короче, туда уходит. На основании того, что нам удалось увидеть, можно сделать однозначный вывод, что под колесами на специальной решетке находятся клапана. Причем клапана на выход. Корпус аппарата состоит из двух цилиндрических частей. По краю верхней имеется фланец, судя по всему, для присоединения крышки. Внутри корпуса расположена решетка с 5 клапанами и шток с поршнем. При этом в нижней части корпуса находится еще один корпус поменьше, в котором и двигался поршень. Таким образом, нам стало понятно, что это поршневой компрессор, ну или насос. А вал, который, как мы думали сначала, что он вращается, на самом деле совершал возвратно-поступательные движения, то есть вверх-вниз. Кстати, мы знаем, чем отличается компрессор от насоса. Конструктивно и по принципу действия они похожи, за исключением некоторых моментов. А основная разница в перекачиваемом веществе. Компрессор качает газ, а насос – жидкость. Понимание того, что этот вал на самом деле не вал, а шатун, который не вращался, а двигался вверх-вниз, еще более запутало всю картину. Так как на валах, торчащих из потолка и из кучи кирпичей, имеются шпоночные пазы. Значит, эти валы совершали именно вращательное движение. А так как они находятся в непосредственной близости к бочке, значит, имели к ней отношение и как-то механически были с ней связаны. Видя, как шатун срезан автогеном, нетрудно догадаться, что часть оборудования отсюда просто демонтировали. Однако, из всего этого мы можем понять, что же создавало вибрации на этом и других подобных объектах. Ведь, как писали некоторые диванные металлурги, доменная печь не создает вибраций, и усиление стен стяжками ей не требуется. Но для работы доменной печи, да и любой другой, нужно дополнительное оборудование. Например, воздушные компрессора, подающие в печь воздух, либо насосы, качающие воду для охлаждения. Вы наверняка скажете, а зачем это все нам показывать? Ничего сверхъестественного тут нет, это обычный поршневой насос, сделанный в советское время, когда их клепали тысячами. Соглашусь, друзья, но отчасти. То, что в советское время массово изготавливались поршневые насосы, с этим, собственно, никто и не спорит. Более того, конкретно этот насос точно эксплуатировался еще в советское время. Более того, его даже пытались чинить. По набору гаек разных типов размеров, а также разных колес на клапанах, это четко видно. Однако тут есть три существенных момента. Первый момент. Поиск по фотографии не выдает ничего похожего. То есть, как ни странно, несмотря на массовость производства насосов в советское время, до сих пор в интернете нет ни одной фотографии чего-то похожего на то, что мы видим здесь. По крайней мере, так было по состоянию на январь 2020 года. Второй момент. Это возраст здания. Если судить по размерам красного кирпича, качеству его изготовления и стилю кладки, это 17-18 век, а возможно даже ранее 17 века. О том, как и почему кирпичная кладка говорит о возрасте постройки, я подробно объясняю в двух частях фильма про бывшее Тульское епархиальное училище. Если кто не смотрел, ссылка будет в описании под этим фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Третий момент – это состав металла, который, как я уже говорил ранее, очень необычный. И ни в наше время, ни во времена СССР такого металла не делали. И если бы мы не были уверены в металле, то не стали бы придавать огласке эту находку.
Собственно, именно поэтому мы и ждали почти год, пока будут готовы результаты лабораторных анализов металла. И именно эти анализы и дают нам уверенность заявлять о древности находки. Но по анализам будет отдельный фильм. В нем мы расскажем о металле с этого объекта, с доменной печи в Истье Рязанской области, а также с других объектов и храмовых построек. Проведем их сравнение и сделаем выводы, которые могут кому-то не понравиться. Друзья, это еще не все. У нас в планах раскопать полностью этот подвал, а также здание администрации и заложить шурфы в других зданиях. Поэтому я с вами не прощаюсь. Впереди еще много интересного по этой и другим темам. Всего вам доброго. До скорой встречи.